Ну что, всем привет, доброе утро. Поспали классно, Матейко, Витя, жду отеля в Польше в этом году прям. И сейчас идем на завтрак, показывать вам завтрак, сравним, какой он по сравнению с Хамптоном. В Хилтоне, да, вообще-то 7:30 люди спят, наверное. Ну все, пошли. Ты мне так глаз светишь. Наташа смеется, говорит, ты что, забыла, где ресторан? Ну да, трошки забыла. Ага, вот он. Доброе рано. Давай посмотрим сначала, что у нас здесь есть. Ну смотрите, как обычно. Молоко, кашка. Боже, я хочу уже это. Ну да, смотрите, какой. О, я тебе помню, какие сладости вкусные. Нет, ну извините. Хэмптон Бай Хилтон, вы вообще, отдыхаем. Да, вы отдыхаете. Двиски и фрукты. Это я просто фруктишки. Я вообще с ума сойду. Грейпфрут, обалдеть. Угу. Кофе, надеюсь, вкуснее. Кстати, вот кофе там тоже можно. Значит, нельзя забирать, сижу. В Хэмптоне можно было, там никто тебе не Хэмптоне никто ничего не спросил. Так что да, здесь хлебушек. Ну, я не знаю. Хлебцы. Ты же кажешь, что это не обязательно, но полезно, потому что калории есть. А вон хорошо съесть. Так, давайте откроем. О, яичница. О, я уже салат еще съезжу, сейчас покажу. Сосисочки, прекрасно. Какие булочки большие. Вариант хлебцов. Хлеба сколько раз. Паштет, посмотрите, какой яйца фаршированные. Салат. И теперь смотрите. Жух, самое лучшее, что могло случиться здесь. А это, извини, какая зеленая. Подожди, может я отключу, чтобы еще видно было, да. Значит, творожок, колбаски, маленький огурчик. Вообще целая куча всего. Ну все. Идем на наше место. И вареные яйца. На наше место? Да, красота. Пошли. Вперед туда. А вот наше место там. Там, где мы и сидели в прошлый раз. Почему-то я думала, что будет холодно, но не холодно. Все, вот наше место. Вот Краков. Сейчас вам покажу его. Вот Краков. Доброе утро. О, красота какая. Ну, смотри, хорошо дышит, но прохладно. Блин, слушайте, люди вообще с курортного Кракова. Так, ну, сегодня мы сейчас с вами завтракаем, ну, а потом гуляем по Кракову. Так, ну что, во-первых, Наташа показывает сережку. Мы вчера купили, надеюсь, вы видео увидели. Да? Ну, красиво. Или, может, я попозже вообще. Так, у Вани видео сделаю, посмотрим. Ну, вот кулончик, вот сережка. Гарный, да? Куплена на суконном рынке. Янтарь. Так, и дальше показываю завтрак. Смотрите, у меня два варианта салатика, колбаса, паштет, ветчина и яйцо такое фаршированное. У Наташи куча всего. Вот, ага, а у тебя это почти то же самое, только нет, еще три салата и сыр. Да. И вот дальше мы взяли по сосиске попробовать, мой хлебушек и вот такой вот зелень у Наташи. Вот такая зелень. Ну давай, Наталья. Показываю. Хлеб вкусный. Можно я попробую? Так я тоже хлеб ждала, такая тут же хлеб такой вкусный. Ну, конечно, этот завтрак будет покруче Хэмптона, потому что и выбор-то побольше. Несмотря на то, что ребята в аэропорту, это не повод не делать салаты. Вот этот салат с сельдереем, первый раз тут попробовала сельдерея. Так вкусно, я начала класть сельдерея там. Да? Листья, да. Вот стебли. Что тут консервована вся, фасолька, мясо, ветчина, перчик. И вот все их смачный майонез. Все потрясающе. То есть если все салаты намешать, будет тоже вкусно. Да. Да, класс. Ну, а тут такие тоже. Ну, не знаю, у них такой вкус вкусный. Еще делают это, зеленый лучок такой мелкий. Очень мелко вкусно, режу, да? Да, дуже смачный, дуже. Ну, тут яйца, что там, кукуруза. Попробуй сосиски еще. Кстати, сок, вот там было два варианта, яблочный, апельсиновый. Снова я налила четверть стаканчика, выпила такой же юпи. Такой себе, так что сок, вот, конечно, если хочешь, здесь. Пойди купи лучше этот, там вот, где мы пили в галерее. Ну, я понял. Мы пили в галерее, когда все было закрыто в прошлом году. Ну что, отличная сосиски? Сосиска, отличная. Да? Это какая? Куриная чи свиная, очень непонятно. Ну, просто сосиска, это ясно. Просто смачная сосиска. Тут какая-то больше говяжья, наверное. Нет, это как раз то, что треба. Свиная. О, как раз сейчас, так что. Сейчас приступим. А знаешь, блин, если у вас тоже вкусняшки есть, друзья, ставьте лайки, пишите комменты, что вы вообще берете, что вы берете обычно. Вот в Польше мы берем салаты. А в Турции всегда яичницу делала себе на All Inclusive. Все уже знали. Все уже готовили мне. Цветовая приправка какая-то, не понимаю. А, да, наверное, полили каким-то уксусом вкусным таким, нет? Тут белый, по-моему, и черный перец.
И, ну, это свежие овощи. Что такое? Ничего себе. Ну, хорошие. И цены, кстати, мне тоже как бы... Эти стоили 69, да? 69 сережки. А этот кулончик 99. Ну, это кулончик. Ну, так, цепочка Наташа. Дешево, не дешево. Ну, не дешево, но они в серебре и хорошо сделаны. Вообще, я говорю, что у меня вот... Да, вот янтарь поражает в Польше. По-моему, во Вроцлаве мы столько не видели. Нет. Мы видели киоски, да, но вот именно вот Краков такой янтарный город. И вот суконный рынок, там, да, это центр города, но цены хорошие. Мы с тобой, когда еще в первом году, когда мы добирались, в 22-м, мы, я извиняюсь, что вот гуляли по всем улкам, проулкам, заходили в магазины по янтарю, помнишь? Цены не особо отличались, не, вообще не отличались. И не было интересных изделий. Тут очень красиво, но мне нравятся именно модели. Очень интересные, есть чего выбрать, вот как по мне. Ох, красота-то какая. Давай уже начнем. Так, все, я уже начинаю кушать. Я, наверное, покажу тогда сладкое, да? А, как хорошо. Вот сейчас? Я и покажу сладкое. Добрый. Да. Так, друзья мои, я уже все поела, просто уплела, так вкусненько. Смотрите, какой пошла бутерброд себе сделала дополнительный. Тут две ветчины, одна ветчина, вторая колбаска и сверху огурчики. Смотрите, какая красота. Я приколюсь. Даже еще прикалываюсь. Я не люблю такую изделие. Но смотрится очень эстетично, смотрите, какой бутерброд. Просто, перебор. Это просто класс. Тут очень вкусное. Ну, вообще, как-то, ну, вот, и сосиски, и ветчина. Сосиски у них вообще замечательно получаются. Тебе надо это? Не-не, спасибо. Мальчик подошел, убирает. Ой, какая красота. Всем приятного аппетита. Наташа, вот уже тоже доедает и пойдешь по второму кругу, да? По-любому. Ну, салат такие, я не знаю. Я не могу по себе отказать. Дякую. Наташа, давай. Штаны. Опа. Наташа еще сходила и еще взяла. А я сижу этот вкусный бутерброд, прикольно получилось. Вообще я просто. Натхненно тобою зроблю теж сам. Это вкусная штучка. Вся колбаса, ветчинка, свининка, все просто оттас. Мне вот цей подобается. Ну. Тут какой-то зерновой он. Ну, зерновой просто мы в Эмиратах как-то можем взять, а вот этот пшеничный хлеб, ну вот только в Украине и в Польше. Ну что, Наташа, будешь бутерброд делать? Покажи мастер-класс. Бутерброд, так. Мне ж надо мастер-класс. Ну, сначала кладется мясо. Ветчинка, потом колбаска, потом огурчик. Но огурчик может сваливаться. Надо ж людей. Поэтому иногда огурчик под ветчинку. Тогда хлебчик пропитается еще. Нет, ну правильный бутерброд. Это колбаса должна быть больше, чем хлеб. Тут, мне кажется, неправильно. От Наташи секрет какой. Так, друзья мои, вы пишите, кстати, рецепт своих бутербродов. Будет интересно. Я все еще живу тут. Ту предыдущую мою порцию бутерброда это просто. О, и вот такой бутерброд. И давай теперь. И теперь enjoy. Ну, это наши соседи, кстати, вот сели справа от нас. Наши соседи 408. А у нас 409, наверное. А мы соседи 409. Да. Оно. Огурец вообще шикарно. Ну, вот я теперь чувствую, что я наелась, надо посидеть и чуть-чуть сладости еще взять. Фрукты что-то не хочу. Но хочу сладости и вкусный кофе. Вот это я буду однозначно. Это мы вам покажем. У меня нужно сложить на бутерброде. Так, друзья, сладкое взяла. Сейчас покажу. Идем за кофе. Какие варианты. Так, я точно буду один эспрессо сначала. Ты куда что поставила? Ой. Я еще поставила в горячую воду. Я не буду. Лично мимо поставлю. Так, буду эспрессо. А потом, наверное, какой-то капучино. Я люблю такое, чтобы такой дабл кофеинчик был. Я люблю капучино, а потом это эспрессо. Да? Ну, он да. Просто падает же сверху. Мне нравится, чтобы он как бы вот точно облегал. Так, и что мы с вами еще? Так, кстати, свой выбор пишите. Мне интересно, какой вы кофе любите. Капучино, кафе с молоком, блэк кофе, это американо. Капучино. А, латте здесь нет. Значит, капучино, все. Выбор сделан. Ой, мама дорогая. Смотрите, кстати, вроде как у меня кава приготовилась, я свою убрала, и тут Наташа поставила, ей как молоко стало лить. Это как? Пол чашки молока, это все фальшивка. Наташа сейчас все наоборот сделает, она сделает капучино, а потом туда эспрессо доложит. Наталочка принесла. Ага, у тебя грейпфрутик, кексик, то у тебя такой же, другой, по-моему, не, такой не же. Не знаю. И виноградик. Она у меня кекс и витамин С. От морщин на лице, кто не знает, если что.
Це було б дуже смішно. Да. Я сміюсь. Так куча салфеток, тому що я не знаю, зачем столько салфеток, чесно. Це тобі не треба. Мені треба. Так, ну давайте, а я уже покажу тогда, кстати, с этим, с эспрессо и капучино, влазит капучино, вот только вот это вот полностью капучино, а это эспрессо, поэтому тогда мне молоко и доливало. Мне сказала нет, и у меня теперь какой-то полукапучино. Бачи, как я тебе это выручу. Да, давай, держи. Давайте, я попробую уже, чтобы вы тоже на меня посмотрели. Сделала чем-то приборы, но, по-моему, кексик можно и так. Нет, не можно. Не можно. Надо с этой штучкой все-таки его отрезать. Такой кексик интересный, кстати. Сповестить нам, як вам. Ну, капучинка нормально же. Мягкий. Это ягода какая-то. Слива, мабуть, не знаю. Может, кстати, думала вишня, а не вишня. А что вот это, я не знаю, зелененькая. Какой виноград смачный. Не знаю, что солодкий. Да? Угу. Кофе вкусное. Кофе вкусный реально, потому что там... Смачнейший, не что в Хэмптоне. Да, но в Хэмптоне, честно, ну, как бы, мне уже от букинга пришло, там, поставки на банку, я поставила 10. Но кофе, конечно, ну, вот, сладкий, честно. Кофе сладкий. Страшно. Ну, вообще, как бы, там завтра сладкий. Голодными не останетесь. Две таких колбаски мы пробовали. Вкусно. Долго ждали, вот. Но, в принципе, сладкий стол нормальный, достаточно. Я очень люблю эту польскую выпечку. Вот эту отельную, она прикольная такая. Ну, во Львове, по-моему, тоже было. Когда мы с вами в прошлом году путешествовали в Львов, там тоже было много вкусной выпечки. Я взагалі не пам'ятаю. Треба передивитись. Потому что не помним, мы пересматриваем свое же видео. Все. Заканчиваем наше видео. Всем добра, бабла и вкусных завтраков.